Всем привет, все мы любим дружелюбного соседа Человека-паука. Вы, вероятно, в курсе про все экранизации в виде фильмов, полнометражных и мультсериалов. Возможно, вы не знали, но существовал мультсериал, который являлся продолжением якобы первой части трилогии Человека-паука, который выходил по 2003 годах на MTV и на СТС. Хочу начать с жирных минусов. Во-первых, графика, она ужасная, это одна из самых больших проблем этого мультсериала. Во-вторых, дубляж, он неплохо звучит, но не все слова переведены правильно, а некоторые и вообще не переведены. В-третьих, злодеи, которые придумали авторы этого шоу, не запоминающиеся и неинтересные. Тут лишь три популярных злодея, в которых мы знаем, это Электроящер и Кревин-охотник. А плюсы, во-первых, мало количество серий, 13 по 20 минут, можно за один день посмотреть все серии. Во-вторых, романтическая линия, она очень неплохо сделана. В-третьих, мультсериал отчасти жестокий и взрослый. И в-четырех, финал истории нам показали, что Питер Паркер не справляется с супергеройской в жизни и решает покончить с Человеком-пауком, выбросив костюм в речку. Я считаю, отличное завершение этого мультсериала. Итоги, моя оценка этому мультсериалу 5 из 10, а смотреть вам или нет, думаю, если вы фанат Человека-паука, один раз можно посмотреть, а так однозначно нет. На этом все, пока.